Доброе утро! Мы сейчас едем на экскурсию Паулинг. Это завод финский с кофе. Вот, Эминус болеет. Сходили, попили кофе. Нам все показали, рассказали. На фоне Паулика. Пока, Паулик. Нам понравилось. Очень понравилось. Нас угостили кофе, нам рассказали разные виды кофе, которые Паулик делает. И посмотрели мы весь завод. Кофе нам с собой не дали, конечно. Но угостили. Все девочки сразу подрились, все такие все счастливые, побывали в Финляндии на секунду. Потому что там реально как в мини-Финляндии. Так, пришли, пошли за водой. А, потеряла свой второй ботинок. Финочки у нас от России устали, походу. Да, все им нравится. Все им не нравится. Ничего. Не нравится. Это было здорово. Ехать на Россию тяжело. Маршрут. Тяжело, блядь. Да. Можно сказать, только это Россия, детка. Ладно, все, за водой. Дом красивый, мы его раньше не видели. Такой голубенький. Ничего. Снимаю. Бомж. Он сидит и мерзнет. Больная. Бомж. Че? Ой, еще ляжет сейчас. Под спину себе. Эми. Нет, ты должна накрыться ей. Да, ты будешь настоящим бомжем. Под спину себе положи. Подайте. Ужас какой. Поняла? Вот смотри, сколько у тебя тут куртки. Сядь так, чтобы она была за спиной. Ты не села, мам. Дай помогу. Мама, тебе поможет, давай. Вот. Палач такой. Мы в магазин пойдем? Или кушать будем? Эми! Знаешь, что мы есть будем? Я хочу. Я тоже хочу. Куда это? Добро питание. Пойдем кушать вообще. А? Кушать когда будем? Мне еще один на интернет нужен, так что пойдем. Я не сидела в коридоре. Дурочка. Мне досталось сидеть в коридоре. Кто тебя заставляет? Я сколько брать даже. Мы купили фаршик. И будем делать котлетки. Да. Наполовину по именно рецепту, что и лук сначала обжариваем. Мы, например, дома не обжариваем. Эми дома обжаривает. Это мы будем обжаривать. Но еще Эми добавляет яйцо, а у нас нету, поэтому мы не будем добавлять яйцо, так как делаем мы дома. Поэтому у нас совместный рецепт. Да? Еще нам муку достать. Муку? Да, понятно. Налепить. Он красивый, блин. Кругленький. А мы не делаем так. Не делать кругликом. Но без муки. Я иногда делала в этих, как они называются, в крошках, которые на сухарях. Мама говорит, что ей не нравится так. Мне нравится, когда корочка хрустящая. Не знаю. Что, на рис?
Ну что? Просто на варку. Для макарошек просто варить. У-ту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 . Что еще? Эми купила себе Космополитен. Я пришла с телефоном. Космополитен с Ким Кардашьян. А, мы завтра поедем на такое будет мероприятие, день какой-то там карельский, карельское что-то, кухня, еще что-то. Мы туда поедем все. Там будут карельские пирожки, скорее всего. И музыка, и народ. Интересно. Поэтому в Москву мы не поедем. На этих выходных мы будем тут. Ну, если я буду себя хорошо чувствовать, значит, я поеду туда. Ну да, может быть, Эми останется спать. Да. Но я поеду точно. Вот такие вот у нас дела. Ты на это будешь жарить, да? Ну да. Всем приятного аппетита! У нас котлетки получились вкусные, обычные. Сейчас Эми скажет. Вкусные. Будем кушать. Мы будем пить чай. Ну или я буду пить чай. С медом. Чтобы горло не болело. Это надо уже выкинуть. Это надо уже выкинуть. Это надо уже выкинуть. Чу, пока. Чем? Черные ягоды. Мы сейчас уже ложимся спать. Уже скоро будем ложиться спать. Я хочу, чтобы редактировать видео. Горячей чашкой чая. Как вы видите, пошла с душа. Это с камерой разговариваешь? Да. Нет, вообще-то не с камерой. С людьми, которые за камерой. Айми чипсы кушает, Айми чипсы кушает, Айми чипсы кушает. Да, можно. А еще ей можно. А мне нельзя с камерой разговаривать, да? Но для нее водички голодные. Как ты без меня будешь, а? Камеру выключу и буду. Спасибо. Пожалуйста. Ложечка. Пропадешь? Нет. Да? Зачем мне пропадать-то? Чипсы она хорошая. Хочешь? Я не знаю, что хочешь. Mm-hmm. Я чуть сладенького. Это ты у нас не солененькая. Я вспомнила, о чем есть. Что у тебя есть? Ты что, чуть нож ночью? Ну, хай снимай. Лучше себя сними. Я уже снимала. А ты мед поедаешь. Какой сюрприз. Медиа. Как
Как всегда, нужно сначала круг, прежде чем найдешь эту штучку, где открывать. Опускаем ложечку меда в чай. Мешаем. Чё? Были они, получается, бесплатно нам были. Чё сказала? Если я балую медиями. Не, чё про день рождения там чё сказала? Ну, через 6 дней день рождения я могу себе побаловать медиями. Ага. То есть она решила себя 6 дней баловать, потом ещё на день рождения будет отрываться, потом ещё на выходных после день рождения будет отрываться. Хорошо, ты себя устроила на неделю праздник. Мне всегда хотелось, чтобы день рождения было хорошее. У меня самое лучшее день рождения было на... А кто сейчас говорит, что у тебя день рождения плохое должно быть? Ты сейчас говоришь... Можно тебя побаловать? Ты сейчас говоришь о неделе день рождения. Девка. Кто? Девка. А это мужик. Почему? Сама придумала? Нет, цвет различается. А там что, плавают какие-то полу... какие-то... сопли? Какие сопли? Червяки какие-то. Ну, вот там соусики какие-то. Вот это что такое? Это вот их не доделать. Которые они не питаются. Хам. Ой, ну что ты издеваешься? Это изучок. Я же чай не хочется пить. Сладкий. Попа. Это же язычок только что был. Нет, язычок вот. А вот это попа. Тут водоросли, которые не питаются. Вот. Их вот. Чем они не питаются? Вот, ну это. Приятного аппетита, Эми. Да, нормально. Не вкусно. Они же питаются морской, морскими водорослями. Он все стол запрызгал своими медиями. Трясет их тут во всей Ивановской. И чипсы нам еще заедай. Иди. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Чаепитие. Я заскучилась по медиам. Так сказала, как будто ты их 100 лет не ела. Только и ешь тут в России всякие мидии, всякие какие-то гадов каких-то. Все у нас дорогие они. Ну, да и тут не дешевые. И вот такая пачка. Убираешь, боже мой. Кому не смешно? Так, давай вот быстро убирай свою чашку и ложку и мёд. Что такое это? Дурочка. Все уже спят. А мёд-то я не могу убрать. Расселась тут. Пачка. А что ты эту не выкинула? Я с тобой ещё должна убирать. А как же? Эми, хватит шуметь. Я не ты. Как бы хоть. Там же такие магнитики красивые. А этот мы на улице нашли. Очакова. Я нашла. Ой, Эми нашла. Похлопайте ей. Похлопаем. Аплодисменты. Что за... Еще не нравится. Перестань. Вообще, говори спокойной ночи. Собираешься говорить? Так, дорогие друзья, сегодня я хочу вам пожелать с покашки ножки. Сразу после того, как я всем скажу спокойной ночи. А это называется ночные сумасшествия. Вот вы сейчас были свидетелями того, как это происходит. Эми просто сидит,
и просто начинает ржать. Просто до истерики ржать. Самое главное, непонятно над чем. Каждый практически ночь. Сейчас она поплачет минут... Ой, поплачет, извиняюсь. Посмеется минут 10 истерично, а потом начнет реветь. Будет реветь, я буду ее смешить, она будет смеяться. И так до тех пор, пока не наступит 4 часа ночи. Сейчас мы видим это замечательное животное, как оно перерождается из человека в свинью. Мы слышим, как прорывается из ее прекрасный голос. Вы видите? Заметьте, какие украшения носит это млекопитающее. Это вообще сильное. Как оно позирует на камеру. И вот мы видим, приступ успокаивается. Он проходит. Наступает вторая волна. Вторая волна будет уже не такой сильной, но после второй приходит сюда и третья. И вот, наконец, мы видим, что это человек, человекообразная свинья. Человекообразная хрюшка. Просто не может взять себя в руки. Каждую ночь это происходит более-менее по-разному. Каждую ночь новые причины. Заканчивается каждую ночь все по-разному. Иногда... Я просто с ума сводит. Если я схожу с ума, помогите мне, пожалуйста. Люди, помогите, пожалуйста. Она меня убивает. И вот в этот раз мы видим, все закончилось такой драматичной сценой. Она циклоп подходит к своей камере утром, ночью и вечером. Она сумасшедшая, с камерой ходит постоянно, я не могу. Она меня просто преследует, я иду туда, она идет за мной. Я чуть ли не в туалет, она уже за мной. Я иду в ванну, она за мной. Я иду спать, она за мной. Я иду есть, она за мной. И постоянно за мной. Вы не понимаете, что она сумасшедшая, она постоянно с камерой ходит. Даже поржать нормально нельзя. Тяжело. Всем спасибо за внимание. С вами была программа BBC «Странные животные Твери». Edition общага. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Теперь она ржет. Твоим взглядом. Да. Сама она позирует тут на камеру. Вся вот так волосы. Вот так вот. Меня тоже, если что, можно спасти. Нет, спасайте меня. Вы смотрите, что... Окей, да, спасайте ее, забирайте ее отсюда. Значит, так, да. Ты меня хочешь просто кому-то отдать, просто так? Зачем просто так? Что, продавать, собрать меня? Вот что. Настоящая подруга, значит, да? Я тебе за дешево не отдам. Ладно, все. Пришло время спать. Мы сейчас опять пару часов не будем спать из-за этой всей ерунды. Но мы вам говорим спокойной ночи. Спокойной ножки. Всем пока.